Тут у нас есть фонарик SkillHot H2. Это самодельный спектрометр. И вот его спектрограмма. Так, плохо видно. Сейчас 400. От 400 до 650. Максимум где тут 500 550 и 500. Переключился, батарейка садится. Так, сейчас обратно. В общем, такой вот фонарик SkillHot H2. Вот он. Свет у него такой пожелтее, чем обычные светодиодные фонарики. Так, ну вот максимум, сколько вот тут, от 500 до 600-650 максимум. Да. Это суммарный, белый суммарный спектр. Там он зеленый, синий, красный проглядывает сквозь него.